А 2 марта в начале 9 утра в поселке НГДУ Холмогорнефть случился пожар. Загорелось здание кооператива «Автомобилист». К месту вызова огнеборцы прибыли уже через 7 минут. На борьбу с огнем ушел час. Однако спасти кооператив так и не удалось. Огонь практически полностью уничтожил здание. Повреждены 5 машин и снегоход, которые находились внутри. Причины виновные устанавливаются.